Золото, бриллианты и даже серебро резко упали в цене. Ювелирные украшения в Челябинске подешевели на 70%. Правда, продлится такая ситуация на рынке недолго, всего 3 дня. Далее сюжет на правах рекламы. Золотые и серебряные украшения, сувениры на удачу в новом году, изделия с керамическими и эмалевыми вставками, строгие украшения для мужчин и нежные для детей. Все это предлагает ювелирный магазин «Алмаз» на Тимирязева, 33. 18, 19 и 20 декабря в ювелирном магазине «Алмаз» на Тимирязева, 33 пройдет выгодная акция – скидки до 70%. Совершая покупку золотого украшения в нашем салоне, вы получаете подарочный сертификат номиналом 1000 рублей. Приходите к нам ежедневно до 24 часов. Изумруд подойдет проницательной и мудрой натуре. Этот камень добавит владельцу внутренней гармонии. Топаз – выбор творческой личности, дарит вдохновение и ясность ума. Прилив сил обеспечит янтарь. И, конечно, бриллиант – общепризнанная классика. Идеально подходит каждому. Например, вот этот гарнитур с гранатами. Он стоил 23 тысячи рублей, а сейчас вы можете купить его за 10. Колечки с фианитами. От 2000 рублей. Посмотрите, какая красота. Вот это колечко стоило 13 тысяч, а будет стоить только 6. Цены снижены не только на подарочные украшения. Подешевело абсолютно все. Лев и Елена только что подали заявление в ЗАГС и сразу отправились смотреть обручальные кольца. В приоритете классика из белого золота. Признаются, цены очень удивили. Сэкономленные деньги отложат на свадебное торжество. Мы закладывали 2020, да, на 2 кольца. То есть это по 10 тысяч на кольцо получилось. Вообще дешево. Порадуют алмаз новогодними подарками и любители серебра. Ультрамодные серьги-кафы, фаланговые кольца и слейф-браслеты не требуют знания размера. Такие украшения смотрятся стильно и необычно. Украшения из серебра в эти дни можно будет приобрести всего от 100 рублей. Только 18, 19 и 20 декабря торопитесь в ювелирный магазин «Алмаз» на Тимирязева, 33. В мир роскоши, красоты и невероятных скидок до 70%.